Работа называется «Рандеву», вырезана из одного куска дерева. Дерево – это молодой кавказский орех. В силу своей молодости он обладает таким свойством, как часть его бывает темная, часть светлая, поэтому сама работа тоже получилась. Вот у меня подсвечник, он наполовину темный, наполовину светлый, соответственно, и цепь, и на конце ее вот бокал тоже светлого цвета, практически он белого цвета был поначалу. А вот второй бокал вместе с цепью, они темного цвета, вырезано все, еще раз повторюсь, одного куска дерева, вот внутри здесь еще вырезан шарик, его не видно, но здесь он внутри, он болтается, вот его слышно. Ну и в общем-то все, вот она цепь, тут...